Настя Ивлеева. Настю Ивлееву я лично не знаю. Единственное, она мне позвонила где-то год назад и сказала, что у меня к вам интересное предложение. Меня сделали главным редактором журнала «Playboy». И мы сейчас снимаем там какую-то обложку, где все будут, разумеется, голыми. И мы вам предлагаем тоже сняться голой. Я так оторопела, я говорю, как голой? Я говорю, ну вот вы имеете в виду, как, ну вот тут вот там чуть-чуть шарфик, тут чуть-чуть такой платьишко, все. Она говорит, не-не-не. Я говорю, вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? После... Если до этого там еще какие-то шансы были, то после этого надо...